Диалог с президентом. Школьник из Мирного спросил у главы государства о развитии в Якутии учебных заведений, специализирующихся на нефтяной отрасли. Во время рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин встретился со школьниками в детском центре «Океан». 16-летний Владислав Бурнашов, ученик Алроса класса, поблагодарил президента за поддержку в борьбе с лесными пожарами и выразил беспокойство о трудоустройстве местного населения в предприятии нефтегазовой отрасли. И также у нас имеется в республике Саха-Якутия региональный технический колледж в городе Мирном, который пытается развивать направление обучения кадров для нефтедобывающей отрасли. Но мы, как молодежь, еще не видим реального участия вот нефтяных компаний, которые ведут свою деятельность на территории республики в приглашении и трудоустройстве местного населения. Возможно, это связано с тем, что у нас пока нет систем подготовки кадров для нефтедобывающей отрасли. Владимир Путин подтвердил, нужны кадры на местах. В стране перекос количества молодых специалистов, которые готовят ведущие вузы страны. Президент принял решение, большинство новых бюджетных мест отдадут региональным вузам.